Привет, друзья, меня зовут Саша Жучкин, и прямо сейчас я направляюсь к одному из героев своего прошлого выпуска. Если вы помните, у меня была как-то серия про дальнобойщика, и я подумал, что вам будет интересно узнать, как у него дела спустя 4 месяца, что у него со здоровьем, как вообще с его фурой обстоят дела. Поэтому, друзья, вам приятного просмотра, не забывайте ставить лайк, подписываться на канал, потому что это все вместе дает мне поддержку и понимание того, что вам нравятся мои выпуски. Операция прошла успешно, у них как на поток все идет, все делают быстро. Самое главное, что здоровье теперь поправилось, давление нормализовалось, как у младенца, 120 на 80, иногда 125. Вот. То есть сосуды стали пропускать нормально кровь, все хорошо стало. Снимаем аккумулятор на зарядочку. Летом не миллион, но они точно разрядились. Аккумуляторы фирмы «Старт», да, на самом деле. Когда машина стоит и не работает долго, она, блин, портится. После операции активно занимаюсь автомобилем, готовлю его в рейс, потому что уже пора, все. Ну, во-первых, смазать он зиму отстоял, аккумуляторы зарядить. Может, где-то утечка воздуха появилась, где-то еще что-то. Антифриз у меня был такой, уже дохленький, решил поменять. Перед зимой слил, теперь надо вот 80 литров антифриза купить и залить туда. Тогда уже все будет в ажуре. Придумана система для выпуска газов, потому что в нее заливается снизу под давлением. Специальным аппаратом закачивается охлаждающая жидкость. А я вот тут изобрел такую фишку, чтобы можно было заливать, как обычно, в расширительный бачок. Но для этого надо, чтобы воздух выходил из системы. Старушка пробежала не так и много, в принципе, 679 километров, тысяч, еще миллиона нету. Год старенький, 93-й, но движок еще хороший, масло не кушает. Восемьдесят литров. 80. Да. Хорошо. Вот айсбир стоит. Дешевый антифриз. 600 рублей. Ага. Не ошибаюсь, 10 литров. Зеленый, красный, какой вам нужен. Короче, друзья, 16 вот таких вот банок потребуется для того, чтобы залить и заправить полный бак антифриза. Мы заказали доставку, потому что, к сожалению, в машину не поместится такое количество и привезут прямо туда, в гараже. Поэтому поедем сейчас, первую баночку зальем, а потом уже будем заливать все остальное. Пока аккумуляторы поставил, пока все там подготовил, вдруг Саша подъезжает. Иди, говорит, сюда. Открывает багажник. Ёлки-палки, 80 литров тосола стоит. Это просто сказка. Просто сказка, подарок с неба. К
Сейчас самый главный и ответственный момент, кульминации всего выпуска. Сейчас мы узнаем, заведется ли тягач или нет. Ну, пытаюсь. Да елки-палки. Не, ни в какую. Аккумулятор сейчас засажу только. Что-то не то, надо топливную систему смотреть. Ну, еще раз попробуем. Нет. Заводил сегодня автомобиль, все вроде подготовил, все сделал. Аккумуляторы поставил на зарядочку. Правда, не так долго, но погонял их. Полдня. Они, в принципе, не сильно дохлые были. Соединил все, поставил. Ну, думаю, сейчас заведется и все будет хорошо. А она, зараза, не завелась. Ни с первого, ни со второго раза. Мне прям все уже настроение упало, а потом вспомнил. Есть же быстрый старт. Решил с ним попробовать. Засосет. Yes! Запустилось. Не ожидал. Ну, слава тебе, Господи. Хорошенькая моя, хорошая. Я тебя люблю. Молодец, девочка. Молодец. Ах ты, девочка моя хорошая. Завелась. Молодчинка. Друзья, я не могу поверить своим глазам, что вот этот вот кусок металла, который простоял, ну сколько, когда я приезжал? 4 месяца назад он простоял просто как мертвый груз, и наконец-то он завелся. Это нереально круто, это офигенно. Просто ощущение, как будто это просто моя фура, и наконец-то я поеду в рейс. Офигеть. Дальнобой! Дальнобой! Вперед! Как я рад! Я столько времени! Ну, в тот момент, когда в машинке сердце заработало, это просто хоть танцуй, выходи. Просто с души все слегло. Все, машина теперь работать будет. Ну, теперь в планах у меня зацепить прицеп. Ну и хотя бы первый рейсик на Москву сделать. А там уж видно будет. Просто машина зиму отстояла, мало ли что где-то вылезет. Как она себя покажет. В планах, конечно, дальше по стране кататься. Грузы возить. Друзья, не теряйте надежду. Вот смотрите, что у меня здоровье было плохое, автомобиль неважный, все постепенно налаживается. Главное – желать и хотеть этого. И люди добрые помогают. Это самое главное. Все, последнюю неделю дорабатываю в такси и в дальнобой. Слава Богу, работа есть. Уже соскучился просто. Ждет она меня, а я ее. Друзья, я сегодня очень рад, что так получилось, что я прокачал жизнь одного человека дважды. И как видите, это сделать было совсем несложно. Я рад, что эта малышка скоро поедет свой первый рейс после простоя. Ну а с вами был Александр Жучкин. Не забывайте писать ваши мечты в комментариях, потому что, возможно, именно вашу мечту я исполню в следующем выпуске. Пока!